здания парламента. В Осло правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы предотвратить столкновение между сторонниками антимусульманских и антироссийских движений. Мирная поначалу демонстрация организации «Остановите исламизацию Норвегии» чуть не закончилась массовой дракой, после того, как одна из манифестанток плюнула на вырванные из Корана страницы. Ее разъяренные оппоненты попытались прорвать кордоны полиции. Задержано 29 человек, среди них оказались и несовершеннолетние. После всего, что произошло на Эйдсвелл Плас, многие ходили по улицам города и продолжали шуметь. Вели себя довольно агрессивно по отношению к другим. На одного человека совершено нападение. Есть данные о причинении материального ущерба. Долгое время мы занимали оборонительную позицию. Надеялись, что проблема исчезнет сама собой. Но теперь становится ясно, мы обязаны вмешаться, чтобы защитить людей. В пятницу в шведском городе Мальмё также вспыхнули беспорядки. После того, как местные ультраправые сожгли Коран и распространили видео с полыхающей священной книгой мусульман в соцсетях. Изначально провести акцию намеревался датский политик Расмус Палудан, но ему было отказано во въезде на территорию страны. Полиция задержала 6 человек за разжигание ненависти.